Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Рождество – светлый, семейный праздник. Жители района Фокс Крисмас не только знают об этом, но и сохраняют традиции. Колядки, ярмарки, блины, подарки. В воздухе района Фокс Крисмас пахнет праздником. Но не у всех в этом районе есть возможность. Так широко отмечать Рождество. Тут живет небогатая семья. К сожалению, на это Рождество у них совсем не оказалось денег. Они не могли позволить себе ни праздничного ужина, ни елки. Вернувшись домой, дети пошли играть. И совершенно случайно услышали разговор родителей. Ох, доченьки, доченьки, что же нам делать? Наши дети не заслужили такого. Как нам порадовать наших дочурок? Неужели даже в этот праздник мы им ничего не подарим? Что мы за родители? Услышав этот разговор, девочки решаются написать письмо Дедушке Морозу. Письмо Деду Морозу было доставлено вовремя. Он сел за стол, открыл письмо и начал читать. Дорогой Дедушка Мороз, Рождество, конечно, замечательный праздник, но, видимо, в этом году увидеть волшебство этого дня нам не суждено. Дед Мороз, помоги нам. Мы не просим многого. Разве что принеси нам елку и подари немного волшебной атмосферы. Мы обязательно будем хорошо себя вести весь последующий год. Заранее тебе спасибо, любимый дедушка, Катюша и Настенька. Прочитав письмо, Дед Мороз немедленно собрал всех своих маленьких помощников. И, несмотря на свои заботы, сказочные персонажи не смогли отказать дедушке. Они начали собираться, но, подойдя к саням, стало сразу понятно, что они сломаны. Дедушка Мороз уже было опустил руки. Но вдруг один из помощников предложил идею. Он предложил построить дирижабль. Деду Морозу понравилась его идея, и они принялись за работу. В скором времени дирижабль был готов, и Дедушка Мороз отправился в путь. Он парил в небе несколько часов, подлетая к городу. Он увидел ветхий дом на краю района. Чем ближе он подлетал к этому дому, тем четче становились детали. И вдруг он увидел балкон, на котором сидят две девочки. Это и были те самые девочки, написавшие ему письмо.
Те самые, которые так долго ожидали чуда. И оно, наконец, свершилось. Если ты веришь в свою мечту, она обязательно сбудется. Холстин, надеяться, верить, любить. Молодцы!